Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство MyPhone Iron 3. И сейчас я покажу вам, как восстановить настройки камеры по умолчанию на этом девайсе. Итак, вначале открываем приложение камера, а затем открываем шестереночку в правом верхнем углу. А затем в правом верхнем углу нажимаем на вот такой вот кружочек со стрелочкой. Восстановить настройки камеры по умолчанию. Нажимаем ОК. Все, настройки камеры восстановлены. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.